Всем привет! Давайте разберем эту песню. Итак, песня, ну, относительно несложная. Аккорды тут всего 4. Но вот обыгрываются они интересно, и я, в принципе, ну, не сказать, что все подобрал, просто основную тему. Потому что обыгровок там довольно много, но это все строится вокруг этого аккорда. То есть, по минусу, все, ну, играется иногда вот здесь еще в C играется. Ну, то есть... Суть основная вот в этих 4 аккордах. И там просто иногда представляется. Но так в целом, если вот именно петь ее, то можно вот, ну, на этих 4 аккордах сыграть. Ну, вот иногда их чуть-чуть украшать. Ну, в общем, поехали. Итак, ставим пожалуйста, на первый лад, читаем внимательно, другой лад, первый, второй и так далее. Итак, играем вступление. Поехали. Итак, сейчас. Зажимаем на первой, третьей и четвертой струне второй лад. Зажали. И добавляем на первой струне третий лад. Играем четвертую, первую вместе. Так, четвертую, первую вместе, потом третью. Теперь на первой струне второй лад. Должно получиться вот так. Теперь на первой струне возвращаем третий лад и играем такой перебор. 2, 1, 2. Должно получиться вот так, если все склеить. Идем дальше. Да, сначала третий. Дайте быстренько еще раз. То есть вот мы поставили аккорд, добавили на первую струну третий лад. Играем четвертую и первую вместе. Потом третью. И на первой струне второй лад. Небольшая пауза. Зажимаем на первой струне третий лад. И играем 2, 1, 2. Должно получиться вот так. Потом играем четвертую, первую вместе, вторую, на первой струне второй лад. Потом 3, 1, 3. То есть, вот, да, мы сначала играли в самом начале с третьей струной, а потом со второй струной. Вот вторая часть. То есть мы играем четвертую и первую вместе, потом вторую, на первой струне второй лад, и теперь играем 3, 1, 3. Если вообще все склеить, получится вот так. Идем дальше. H7 следующий аккорд, ну или Adies7, ну вообще вот такой аккорд. Ну, пока нам четвертую струну можно не зажимать, нам достаточно зажать на первой, третьей и пятой струне второй лад. И играем первую, вторую, третью, пятую вместе. 3 раза. Вот так. 1, 2, 3. Да, вот мы дергаем и сразу пальцы возвращаем обратно. Потом можно аккуратно сыграть низ вверх по глушенным струнам. Даже вот заглушить и просто аккуратненько вверх руку поднять. Потом, ну, так мы 2 раза играем. Потом С без нижних струн, то есть мы зажимаем на 4-й струне 2-й лад и на 5-й струне 3-й лад. И играем 5-ю, 1-ю вместе, потом 2-ю, 3-ю. Небольшая пауза, играем потом 2, 1, 2. Получается вот так. Теперь с 4-й струны убираем палец и ну, в принципе, даже на 4-й струне можно не зажимать пока палец. Да, можно не зажимать, то есть вот так просто играем. И потом вот добавляем на 3-й струне 2-й лад. А вот сыграли вот этот перебор. И теперь на 3-й струне добавили 2-й лад. То есть у нас зажат на 3-й струне 2-й лад, на 5-й струне 3-й лад. Играем вместе 5-ю, 3-ю, потом 5-ю,
и на первой струне играем первую ладу. То есть получается вот так. Так, сейчас. Да, вот давайте еще раз. Вот зажали, сыграли пятую и третью вместе, потом пятую, на первой струне второй лад, потом играем три, первая струна открытая, и опять три. Получается вот так. Давайте склеим. Вот сыграли, да? Должно получиться вот так. Потом. Следующий аккорд АМ. Нам достаточно зажать на третьей струне второй лад. Играем первую, вторую, третью, пятую вместе. Так же, как H7, три раза. Потом. Добавляем к этому аккорду на первой струне второй лад. И играем раз, два, а третий раз играем первая струна открытая. И тут начинается текст. Ну, тут пока то же самое играем. Тут тоже то же самое играем. В С. С ставим вот уже... Ну, также пока с открытыми струнами, но играем уже, тоже дергаем первую, вторую, третью, пятую три раза. Первый раз можно с третьей струной открытой, а второй раз на третьей струне добавить второй лад. Потом АМ. Сначала можно сыграть открытый, то есть вот мы, ну, я просто зашел на четвертой струне второй лад, чтобы в аккорд входил звук. Если вдруг четвертую заденем. То есть вот поставим четвертую струну второй лад. И играем первую, вторую, третью, пятую вместе три раза. А потом добавляем на третьей струне второй лад. И тоже играем три раза. И потом начинается бой. Бой обычный можно. Ну это восьмерка, по-моему, сыграть. То есть вниз, 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 вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Вот отдельно бой. Вниз, 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 вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Ну и заново. Вот если просто аккорды без обыгровки. Потом наш 7. Да, 7 мы уже добавляем. То есть на первой, третьей и пятой струне второй лад. И на четвертой струне еще зажимаем первый лад. Потом С. С уже лучше полностью сыграть. То есть добавляем на второй струне первый лад. А АМ можно со второй открытой. То есть достаточно зажать на третьей и четвертой струне второй лад. Это вот без обыгровки. А если обыграть, то ну, просто добавляем на первой струне немножко мелодии. То есть зажали ЕМ, да, на пятой и четвертой струне второй лад, и добавили на первой струне второй лад. И можно просто сыграть сначала второй лад, а второй круг уже третий лад. H7 просто играем, ничего не обыгрываем. С. Ага. Первый раз обычно сыграть. А второй раз мы с четвертой струны убираем палец и зажимаем на первой струне второй лад. Ну, тоже интересно будет звучать. Потом АМ, как вот С сыграли. Так, сейчас. Ну, АМ тоже можно, вот АМ сыграли. И потом добавили на первой струне второй лад. И потом начинаем заново. То есть можно периодически ставить. Потом сразу поднимать, то есть чуть-чуть добавить, и потом сразу убрать. То есть вот опять цель сыграли, чуть-чуть полбоя второй лад, а потом опять открытая.
Так в целом все песни. Всем спасибо. Пишите, что еще куда брать. Всем пока.